В связи с последними событиями в стране вопросов у телезрителей становится все больше и больше. Поэтому на телеканале ЖТСУ каждый день 3 раза работает студия прямого эфира, куда могут обратиться все жители Алматинской области, да и страны в целом, и задавать вопросы нашему гостю. Здравствуйте! Сегодня в эфире. У нас сегодня в гостях заместитель акима города Талдыкорган Сауле Арзанбекова. Здравствуйте! Давайте начнем с того, что вокруг города Талдыкорган установлены 4 санитарных поста. И вот уже нам звонили телезрители, спрашивали, что через эти посты хотели пройти люди с повышенной температурой, с высокой даже. И у народа есть обеспокоенность, нет ли среди них заболевших коронавирусом. Как вам известно, с 21 марта на территории города заработали 4 санитарных поста. Здесь нужно правильно обратить внимание населения на то, что это не блокпосты, которые развернуты вокруг города Алматы или вокруг города Нур-Султана. Это именно санитарный пост. Первая задача санитарного поста – осуществление мониторинга приезжающих в город, непосредственно тех, кто въезжает, их состояние здоровья, а также их регистрация тех же контактных лиц, допустим. Санитарный пост развернули мы в 4 направлениях. Это Алматинская трасса в районе 3-го отделения, трассу Алматау-Ускемен в районе села Еркин, Еркинский стационарный пост, по трассе Талдыкорган-Текели в районе Арки и по Уштобинской трассе в районе села Инбек. Основная цель и задача – специалисты санэпидемслужбы и медицинские работники регистрируют въезжающих, замеряют их температурный фон. Если мы выявляем, вот вы сейчас говорили, что 27 человек, да, вот за этот период времени 27 человек были выявлены, которые заезжали с высокой температурой. Есть определенный алгоритм, утвержденный Министерством здравоохранения. Мы в соответствии с этим алгоритмом отрабатываем. Но основное население, пересекающее эти посты, это наши жители, которые выезжают в соседние районы. Жители соседних районов не карантинных. Мы должны здесь правильно понимать, что они выезжают из сопредельных с нами районов, но они не являются карантинными. Температурные режим замеряем, выявляем повышенную температуру, предлагаем замерить. И в основном они направлены на наблюдение, на домашний карантин, под домашнее наблюдение врачей лечащих. Здесь заполняется анкета, утвержденная совместным приказом и постановлением главного санитарного врача, вернее. И данные передаются уже непосредственно по участку медицинской службы, по месту проживания. Они осуществляют, да, они в дальнейшем ведут наблюдение уже непосредственно по месту жительства. Если есть какое-то ухудшение состояния здоровья, естественно, они принимают меры в соответствии с утвержденным алгоритмом. А так, сейчас период весенний, он сопряжен не только обязательно с коронавирусом, здесь идут и обострение других хронических заболеваний у населения. Здесь могут быть и ОРВИ, и другие сопутствующие заболевания, поэтому сразу пугаться и говорить о том, что это коронавирус, я думаю, не стоит. Поэтому не стоит беспокоиться нашим телезрителям. Если у вас есть вопросы нашему гостю, вы можете позвонить по телефону 400109. Также на экранах ваших телевизоров WhatsApp Messenger номер. Можете написать именно по нему и задать свои вопросы, волнующие именно. Волнует также наших телезрителей и то, что через эти санитарные посты в Талдыкорган приезжают жители из разных городов нашей страны, также из разных стран. И вот у них также обеспокоенность, находятся ли эти люди под наблюдением, какое же у них состояние здоровья. На сегодняшний день границу, если с 4 постов в город заехало более 46 тысяч человек, из них более 100 человек это граждане стран сопредельных государств. Это в первую очередь Россия, Узбекистан и из Турции были вот у нас. То же самое на посту, когда мы видим иностранных граждан, мы приглашаем их непосредственно в санитарный пост, заполняем анкеты, опрашиваем, ведем опрос, замеряем температурный его режим. Если есть какие-то ухудшения состояния здоровья, принимаются меры по алгоритму. Но вот те, кто к нам сегодня мимо нас проехал транзитом, пока высокой температуры, либо ухудшения состояния здоровья не было, мы заполняем полностью анкеты, передаем уже дальше санитарной службе. Они дальше уже отслеживают его. Это в основном транзитные водители с перевозкой груза, которые заняты.
тщательная проверка на санитарном посту проходит? Кто там работает, кто выявляет, какие люди? На санитарных вот на этом, постах на у нас... самом ответственном участке. Да, на каждом санитарном посту закреплен санэпидемиолог, по два медработника. На алматинском посту на третьем отделении у нас три медработника работают непосредственно, которые с медицинских организаций закреплены за этими постами. Они осуществляют термометрию, они осуществляют первичный осмотр. И если я же говорю, если есть какие-то ухудшения состояния здоровья, если они выявляют такие факты, они будут дальнейшие свои действия отрабатывать в соответствии с алгоритмом. Спасибо большое. Давайте расскажем нашему населению, вот уже начали поступать вопросы по поводу вот именно вот на период действия чрезвычайного положения президентом страны поручено начать осуществлять ежемесячные, это я вам перевожу, на казахском отправили, осуществлять ежемесячные выплаты лицам, лишившимся доходов в связи с введением чрезвычайного положения в размере 1 МСП, 42 500 тенге. Как это будет выплачиваться? Вот мы сидим, говорят, без работы. И остаемся без доходов. Вообще предполагается, что данная выплата рассчитана на тех людей, которые работали на различных объектах, будь это малый и средний бизнес, либо индивидуальные предприниматели, и которые приостановили свою работу в связи с тем, что, допустим, они не могут доставить сырье, либо там по каким-то другим причинам, именно связанным с введением карантина и с закрытием границ. Сам механизм на данный момент сейчас отрабатывается. Как только он нам поступит в средствах массовых информации, дополнительно населению об этом сообщим. Но предполагается, что сейчас мы собираем сведения со всех предприятий и организаций совместно с палатой Атамикен, с Национальной палатой предпринимателей Атамикен именно по высвобождаемому количеству работников. Дополнительная информация уже по этому вопросу будет предоставлена после утверждения механизма. Хочу напомнить нашим телезрителям, прямые эфиры проводятся каждый день, поэтому на одном из них, когда утвердится график, когда уполномоченный орган, уполномоченный орган может предоставить вам полную информацию, куда обратиться и какие документы предоставить. В целом, вообще, какие антикризисные меры проводятся в Талдыкургане? По недопущению именно распространения инфекции коронавируса приняты беспрецедентные меры по обеспечению санитарного благополучия. В первую очередь разработан и утвержден отдельный план мероприятий. Как известно, в целях пресечения массового скопления граждан в местах массового пребывания прекращена работа, временно приостановленная работа детских садов с 26 марта. Если до этого дня детские сады работали в особом режиме, в штатном режиме с усилением санитарных требований, то с 26 марта детские дошкольные учреждения прекращают свою работу. Я хотела бы воспользоваться случаем, что в прямом эфире об этом населению сообщить. Школьники у нас уже с 16 марта вышли на каникулы. Они с 6 апреля продолжат свое обучение в дистанционном режиме. Руководителями средних школ определен штат работников, которые непосредственно призваны обеспечивать жизнедеятельность школы, те, которые будут вести дистанционное обучение, и те, которые выйдут в трудовые отпуска. В настоящее время ведется работа по подготовке именно дистанционного обучения. Проведен опрос среди детей, школьников на наличие гаджетов, на наличие подключения к сети, технических возможностей к подключению к системе интернет. Отрабатываются вопросы именно по малообеспеченным гражданам, которые не имеют, либо по тем семьям, которые не имеют техническую возможность к подсоединению к интернету. Именно с провайдерами мы этот вопрос сейчас отрабатываем. Я думаю, до начала четвертой четверти мы этот вопрос уже отработаем. Помимо этого, мы сейчас ведем активную работу по разъяснению родителям о том, что весь учебный процесс можно будет отслеживать онлайн-уроки через республиканские каналы «Балапан» и «Ель-Арна». Информационные платформы полностью работают, Блимбук, Дарен, Кунделек, то есть обратная связь будет через эти мессенджеры вестись, и в дальнейшем уже система будет налажена между педагогом и учащимся. Студенты, как вам известно, тоже перешли на дистанционное управление. Два высших учебных заведения и все колледжи также с 16 марта переведены на дистанционное обучение. Иногородние студенты уже выехали к местам своего постоянного проживания. На особый контроль взяты учреждения для детей, оставшихся без попечения родителей, детские дома, интернаты.
Там тоже усилен режим, карантин введен, поэтому ограничены посещения, приняты меры по обеспечению их санитарной безопасности. Помимо этого тоже широкая разъяснительная работа ведется именно с владельцами торговых объектов. О торговых домах давайте продолжим чуть позже. Есть и сюда вопросы поступили, есть звонок на телефон. Мы вас слушаем, говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Мы все беспокоимся за здоровье нации нашей, за людей, чтобы было эта боль всей нации ушла подальше, побыстрее. Из-за этого мы по поручению президента, например, мы подумали, что все торговые дома промышленные, промтоварные, закрыли, например, на 2 дня, праздничные, да? А потом сказали, что закроют еще до 15-го хотя бы, чтобы люди не двигались, ничего, сидели дома и не распространяли, например, если вдруг кто-то заразится или еще, чтобы не было этого распространения, этого антивируса. Но сейчас во многих наших магазинах работают женщины, ну, вот эти отделы, которые берут это в аренду. Там же это работают в основном за 50-60 лет, которые пожилые женщины, в основном. А их вывели, вчера вы их вывели на работу и заставили сидеть. Людей нет в залах, никто не ходит, а эти люди сидят. И вот. А потом началось движение по городу, и теперь распространяется вот это, люди ходят без масок, без ничего, заходят в магазины, ходят друг возле друга. И что творится сейчас у нас? Непонятно. Это может вдруг пойдет распространение, потому что у нас вирусная инфекция только в стадии наращивание идет, правильно? Так правительство говорит, и врачи говорят. Еще пик, еще впереди. Поэтому мы должны все это устранить, остановить все. Китай, например, везде в мире ставит охранника возле домов. И все дома закрывают, и люди сидят в домах, в квартирах. А у нас, наоборот, разрешают выходить на работу. И за ними слышат люди, что магазины открылись, и начинает народ движение. И вместо того, чтобы люди сидеть дома или что... Спасибо большое. Мы вас поняли. Спасибо большое. Да. Спасибо. Что, торговые дома же заработали со вчерашнего дня? Да. В связи с внесением изменений в совместный приказ министра торговли и интеграции и министра здравоохранения, изначально деятельность крупных торговых домов была приостановлена, и ограничены были остальные объекты менее 2000 квадратных метров. Позавчера внесли изменения в этот же приказ, и это ограничение с них снято. Но это не говорит о том, что торговые дома могут работать. Здесь особое внимание уделяется именно руководителям этих, владельцам торговых домов, которые должны обеспечить санитарный режим. То есть установить на входе санитайзеры, обеспечить масками и перчатками с заменой каждые 3 часа в смену средств индивидуальной защиты у продавцов, а также они должны обеспечивать своих покупателей непосредственно масками для того, чтобы они могли прийти и осуществить свои покупки. Но эта мера понятна, сейчас я его озабоченность понимаю, нашего зрителя, это понятно. Но, опять-таки, открыли эти торговые дома только с целью обеспечить занятость того населения, которое непосредственно работало, и те, которые являются, это первый источник для них изначально, их трудовая деятельность связана с торговлей, поэтому, чтобы не оставлять эти семьи тоже без заработка, торговые дома решено было вновь открыть. Но, опять-таки, обращаю внимание на усиление дезинфекционного режима. Но то, что население сейчас ходит без масок, мы говорим о том, что сейчас идет активная информационная работа среди населения о соблюдении правил именно личной безопасности. И с центрального телевидения, и с местного. И мы распечатали листовки, раздаем и в местах массового скопления людей, и в местах всеобщего пребывания разместили билборды, на которых мы указываем основные правила личной гигиены. То есть ограничить посещение мест массового скопления, потому как это они являются действительно местами риска заражения, ограничить пребывание престарелых людей, людей взрослого поколения именно в местах массового пребывания. Ну, я все-таки полагаюсь на сознательность наших граждан, что они примут активные меры. Я понимаю озабоченность нашего зрителя, что их здоровье в их же руках. Мы говорим, что здоровье, наше здоровье в наших руках, поэтому мы должны принять меры. Защищать себя теми же масками. Сейчас, в принципе, маску можно и шить, и в продаже вот они, и многоразовые есть. Поэтому... Есть еще один телефонный звонок. Мы вас слушаем. Задавайте свой вопрос. Это Римба. Говорите, мы вас слушаем.
Айта беріңіз. Талдықорғанда коронавирус бар ма? Рахмет. В городе Талдыкургане факт коронавируса еще не зарегистрирован. Есть еще у вас вопрос? Тыңдап тұрмыз, қоя беріңіз сұрағыңызды. Садик 20-сынан бастап жабылады деді. Қай уақытқа дейін? Рахмет. Әзірше жаңағы карантин уақытына. Карантин уақытында балабақша жұмыс істемейді. Карантин біткеннен бастап балабақша өз жұмысын төтенше жағдай жалғастырады. Есть также вот вопрос, касающийся именно вот дистанционного образования в школах. Вот пишет женщина: у меня 6 детей, как мы все они школьного возраста, и как они будут подключаться к дистанционному обучению, к дистанционной системе? У нас дома всего 2 телефона, смартфона. Ну, я думаю, сейчас озабоченность немножко излишняя. Сейчас полностью школы отрабатывают непосредственно по своим классам расписание уроков для того, чтобы каждый ребенок имел возможность подключиться в условленное, в установленное время педагогам. Для эту работу мы сейчас продолжаем. Я думаю, родителям потом об этом сообщат. Я понимаю озабоченность, что произойдет накладка, но в принципе школы к этому готовы, и они сейчас будут комплектовать расписание таким образом, чтобы в классах не было накладок одно на другое. Ну, опросы делают, времени. Где многодетные, но уже полностью классы, сейчас педагоги работают, они сейчас занимаются подготовкой именно онлайн-уроков, в YouTube-каналах, на вот этих платформах, которые я ранее называла, mm-hmm. поэтому чуть-чуть времени еще есть у нас, я думаю. Mm-hmm. Я думаю, трудностей не будет. И еще один вопрос. Они параллельно могут еще так же, я же говорила, что Балапан и Елеарна будут также вещать эти уроки, поэтому если телефон даже будет занят, он может быть, второй ребенок может воспользоваться телевизором. Mm-hmm. Еще один житель пишет, ну, видимо, он живет где-то поблизости Алматы, вот как они получат деньги, те, которые сидят дома, в город заехать невозможно, остались без работы и без денег, что нам делать? Ну, вот мы уже говорили сейчас, как только порядок будет определен, я думаю, что центры занятости или государственные органы об этом уведомят, и уже будет полный порядок, тем более это районные. Но до этого говорили, что проблемы с масками. На сегодня этот вопрос, мне кажется, снят уже с повестки дня. Так? Нет, я не могу сказать, что полностью снят. Возможно, в каких-то аптеках его нету. Но, в принципе, сейчас бизнес сам отреагировал именно на тот дефицит, который возник. Сейчас очень много швей шьют маски, очень много раздают, продаются эти маски. У нас есть организации, которые шили маски, и наши службы, допустим, обеспечили. У нас есть многодетные матери, которые сами обеспечивают других многодетных матерей, шьют дома сами, берут от спонсоров ткани и раздают эти маски. У нас есть это. И общество инвалидов у нас тоже сейчас занято через волонтеров. Одно из волонтерских движений сейчас тоже оказание помощи именно в пошиве масок и раздаче их малообеспеченным. В принципе, кто хочет, тот эту проблему, я думаю, может решить. Угу. Еще один вот такой вопрос, последний, до конца мало осталось. Для тех, кто не носит маску на улице, какие меры будут приниматься? Ну, вообще, по нарушению правил санэпидемтребований предусмотрена статья 425 Административного кодекса Республики Казахстан, поэтому конкретно запрет на ношение масок нет, это как рекомендации в целях сохранения своего здоровья. Но эта статья предусматривает другие нарушения, грубые, по несоблюдению санрежимов именно кафе, по нарушению требований чрезвычайного положения предусмотрена статья 476 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. Здесь тоже специально государственные органы, которые у нас непосредственно по функциям закреплены по этим статьям, они отрабатывают. Сейчас проводятся рейды и в торговых точках, и в ресторанах, и в других развлекательных, которые именно выявляют факты такие. Ну, теперь ваши пожелания нашим телезрителям. Я желаю все-таки нашим телезрителям проявить свою гражданскую сознательность, принять меры по своему санитарному благополучию, а также, я думаю, будем здоровы, будем вместе преодолевать эти трудности, которые на сегодняшний момент возникли в нашем государстве. Ну, еще и радостно, что у нас, слава богу, пока коронавируса нет. На этой хорошей ноте хотим завершить сегодняшний прямой эфир. Каждый день в 16:00 на телеканале ЖПСУ будут вестись прямые эфиры на русском языке. Если у вас будут вопросы, каждый день специалисты из разных служб будут приходить и отвечать на ваши вопросы. Смотрите телеканал ЖПСУ, звоните. До свидания.